Привет, это обзор по ссылке с сайта Мыло Опт. Посмотрим, что получили подробнее. Заказала я оливковое масло, литр, рафинированное. Такой небольшой запах, мне понравилось. Его можно в пищу употреблять. 250 грамм пальмовое масло. Сейчас на жаре оно потаяло немножко. Это баттеры кокосовое твердое, 250 грамм. Заказала масло ним, не рафинированное. Оно полезно для кожи, для разных видов высыпаний. Имеет характерный чесночный запах. Масло облепиховое, не рафинированное. Красит косметику в желтый цвет. Моментальный лифтинг, активный комплекс. Крема и так далее для лица, косметика. Цикламетикон добавляю в масла для того, чтобы убрать жирность и лучше впитывалась косметика. Эфирное масло розы Дамаск, оно было по скидке, запах очень яркий, рекомендую. Зеленый краситель пигментный. Еще не пробовала, ни разу попробую на мыле. Масло касторовое 100 миллилитров. Молочная кислота 80%. Это для улучшения свойств мыла с нуля. Коллаген 25 миллилитров. Косметика для лица, крема и другая косметика на водной основе. Эластин также, как и коллаген, используется. Дальше заказала тару, такие бутылочки 50 миллилитров с пульверизатором. Заказала такие бутылочки 10 миллилитров с пипеткой, крышечка. Заказала баночки такие красивые 30 миллилитров, баночка с вкладышем, недорогая красивая такая баночка Джулия. Это все. Спасибо сайту Мыло Опт. Как всегда, довольна его работой. Всем пока. Спасибо за просмотр.